Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня необычный такой выпуск. Сегодня мы посмотрим на парочку модификаций на фанатских, этих неофициальных пародий на игру «Как достать соседа». И первое — это переполох в общаге, как достать студента, собственно. И первое, что мы слышим, музычку из «Как достать соседа 2» и одновременно музычку из «Студента». Это как-то уже, честно говоря, мне не нравится. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Сегодня у соседа самый обычный день. Каникулы, и он предается сну. Только иногда, выходя на кухню, чтобы поесть мюсли, поможем проснуться Соне. Погромче сделать надо. Сегодня у соседа самый обычный день. Каникулы, и он предается... Уайти Алекс Анонимус, кстати, только сделал эту модификацию, кухню, и, судя по всему, это его голос, короче. Ну, давайте посмотрим. Что у нас дальше? Я обычный студент. О, господи, а чё он фиолетовый-то? До окончания моих летних каникул всего 2 недели. Надо бы как следует отдать. Вот только мерзкий днём с меня... Понятно. Вы будете управлять студентом. Я думал, он с помощью тут всё озвучивать мыши. Будет. Поместите курсор в ту точку экрана, куда вы хотите идти. И нажмите теперь, понаблюдая... О, господи, соседа. А это что такое? Следите за его мыслями. Они подскажут, куда он в данный момент направляется. Пол кровати, короче, сейчас, отрезанный. На кухню перекусить. Только ждать между пакостями приходится очень долго. Сосед, как назло, очень медленно ходит. Реально ведь, у него походка такая, будто он в шорты навалил. Я согласен, да. Да, похоже, это его голос. Голос взрослее, чем у меня, кстати. Теперь сосед идет в комнату вздремнуть. Все действия соседа циклически повторяются. По-моему, он младше меня, но голос у него старше, чем у меня. Ну или мне так кажется. Да, идет он долго, это я прям согласен. Но зачем... Вот это делать фиолетовым, и персонажей-то зачем делать фиолетовыми? На экране помещается только часть уровня. Вы можете увидеть, что происходит в других его частях, подводя курсор мыши к краю экрана или используя клавиши со стрелками. Наводя курсор мыши на различные предметы, вы можете увидеть их описание в текстовой строке внизу экрана. Пока сосед спит, вы можете беспрепятственно проходить мимо него. Отлично! На столе студент нашел упаковку канцелярских кнопок. Так, мне пока не дают камеру повернуть. Автоматически помещаются в инвентарь на ленту внизу экрана. Ну, я понял, сосед, да. Часто ходит на кухню, чтобы поесть мюсли. Там-то мы и сделаем первую пакость. Пока ничего не подозревающий сосед спит, возьмите упаковку кнопок из инвентаря и примените их на упаковку мюсли. Да. Пакость готова. Скорее спрячемся в шкафу, пока сосед не проснулся. Пока наш сосед инопланетянин, блин, не проснулся. Не, ну реально. Инопланетяне, короче, попали на Землю. Ничего какие-то. Не подозревающий сосед идет. Нет, я знаю, кто это такие. Это эндермены. Это эндермены. Вот кто это такие. Эндермены в «Как достать соседа», ё-моё, в «Как достать студента». Давай, иди быстрее, сутулый эндермен. Сосед очень зол. Эндермен вам очень зол. Вам лучше не попадаться ему на глаза, пока он снова не уснет. Ах.
А чё его, а чё фраза «Ник автора больше не будет»? Ну как автора? Вот я Алекса Ньюс, точнее. Ой, извините. Теперь приступим ко второй пакости. Для начала нам нужно достать игрушку из игрового автомата. Будьте готовы к мини-игре. Как играть в эту мини-игру, никто нам не говорит. А, нет, будут говорить. Но уже когда мы нажмем на нее. Но это не озвучено, правда. Отлично. Сосед панически боится насекомых. Посмотрим, как ему понравится найти в кровати паука. Сделать это надо быстро, чтобы успеть спрятаться в шкафу. Так, плюшевый паук. На половину кровати. Главное это только... А ты все-таки задел его. Фух, повезло. Мы не телепортировались в другое измерение. Отлично. Да. На эту убогость можно... Про эту убогость можно что-то придумывать, конечно. Убогость, но можно зато придумать ей что-то интересное. Так, давай, Эндермен, иди быстрее, пока этот паук не в параллельное измерение не улетел. Поздравляем! Вы устроили минимальное количество пакостей для перехода на следующий уровень. Вы можете сейчас выйти и начать следующий день, а можете довести соседа до ярости, устроив еще одну. Да, наверное, хватит. Так... Выйти в меню. Сосед хоть и проснулся, но делать ничего не хочет. А, вот музычка из обычного соседа. Весь сонный ленивый тупо играет в бильярд, то сядет перед телевизором и жует бутерброд с любимым арахисовым маслом. Давайте устроим ему отдых по полной программе. Сегодня у соседа сам... Сосед а, он только один уровень озвучить решил. Весь сонный ленивый тупо Другие играет... не стал, да? Ну, музычка из когда соседа оригинального. Тут, мне кажется, вообще настолько не в тему. Не в атмосферу. А тут что? А, ну да, так же. И Эндермен снова бежит. Короче, мод про эндерменов и... Не обижайся, конечно, но... По-моему, этот мод заслуживает твердый дизлайк. За... бессмысленность. Ну, скорее всего, смысл этого мода был в том, чтобы показать, что на эту игру тоже можно модификации делать. И, наверное, не больше. Ладно, есть еще модификация на игру когда соседку, которым... Так, я ее, короче, запустил. И почему-то сразу же Аторы какой-то появился. Короче, он сказал проверить все кнопки. Создать нового игрока Аторы. Удалить игрока Аторы. Че вообще за Аторы, блин? Да. Громкость звука, громкость музыки отключить вообще можно. Да, я в эту игру вообще не играл. Ну, точнее, я играл, но очень-очень давно. О, может, лет 10 даже назад я в это играл. Очень давно, короче. И дошел до предпоследнего уровня и дальше не прошел. Игрушка, честно говоря, меня вообще не впечатлила. Но, может быть, я думаю, надо бы на канале как-то пройти ее. А начинаем мы в итоге с модификации какой-то. Так, что у нас по настройкам? Ну, мех какой-то, автослежение камера, водка персонажей, ну, в общем, понятно. Играть. Ксюша поехала в город за покупками, а Вуди... Почему Вуди-то? Учится перемещаться по вражеской территории. Австрия, маленький город, улица Соседская. Да, я смотрю так, как будто... Будто реально только впервые эту игру вижу. Я ничего тут практически не помню. А, ничего себе.
Ну, в комиксах то, что вот так сделали, это прикольно. Что он так сделал? Тоже войти Алекс Анонимус сделал. Только что-то никаких звуков я не вижу. Не слышу. Похож на Ротвейлера, да. Что это, блин, такое? Что это за трэш, ему? Ну, давай, ну не висни, пожалуйста. У меня во время запуска она зависла уже один раз. А вроде, кстати, он что-то писал про то, что может на загрузке зависнуть, говорит подождать. Ага, вот подождали. Да, короче, он сделал из него Вуди. Но полноценного Вуди сделать, конечно, было невозможно, но все же. Это лучше, чем ничего. Да, графика, конечно, отстойная. Может, и разрешение у меня, скорее всего, низкое стоит. Ну, а так пиксели просто лезут на лоб. Что дальше надо делать? Где звук-то, ё-моё, я только вот не понимаю. Давайте еще раз. Я занят сейчас, не могу пока. Давай пропускай все это, ё-моё. Короче, звука нету. Не знаю, куда он делся. Нет, это просто жесть какая-то. Так, опять, короче, ждем. Пока это все дело отвиснет у нас. И вообще взяло просто и вылетело. Ну я просто в шоке. Ну ё-моё, ну как это можно? Фух, господи. Отлично, при повторном перезапуске звук наконец-то появился. Короче, мод вроде как прикольный, что Вуди сюда добавили. Но он глючный, он очень глючный и вылетающий. Опять одновременно музыка из оригинала и с оригинального соседа. Это тоже как-то неприятно. Давайте все это опять же пропустим. Так, ждем, пока отвиснет. И не дай бог опять вылетит. Если сейчас опять вылетит, то я не буду еще раз перезапускать. Давай, давай, отвисай быстрее, пожалуйста. О, отлично. И звук, слава богу, есть. Я нажал. Не, ну вот то, что... Одновременно музыка из той и другой игры играет. Это мне абсолютно не нравится. Вот вообще не нравится мне это. Куда ее можно применить? По-моему, в кран. Разбухает от воды. Ну, в кран, наверное. Почему на кран не применяется? Почему нам ничего не подсказывают? Что дальше делать, я не понимаю, кран-то это не определяется. Не, по-моему, в кран надо ее ставить. А, вот, нам дальше сюда надо. А, это мы предметы дальше берем.
Музычка в этой игре очень даже неплоха. Так, а дальше что надо делать? Осторожно, медленно застывает. А, вот что надо. А что нас просит? А что нас несколько предметов просит, если... А, это все? Да, я вот еще... Я до сих пор помню, когда играл, что вот мне не нравилось то, что он... свое финальное вот это вот движение делает долго. Он делает их долго, это мне не понравилось. Ксюша возвращается домой, Вуди учится избегать встречи с врагом и ставить на него ловушки. Понятно. Давай, грузись, сейчас опять поди зависит. А, нет, не зависит. Так, сегодня научимся делать ловушки, избегать встреч с Ксюшей, да. Используя полученные в прошлом эпизоде навыки, пройдите в ванну и возьмите рулон туалетной бумаги. Такая вот трехмерная графика, убогая. Я поставил разрешение Full HD, и все равно пиксели лезут на лоб. А, вот. Вот на этом уровне надо в кран ее поместить, а я что-то в том думал надо. Я давно в это играл, я не помню, ребята, серьезно. Надо уходить отсюда. Она не любит незваных гостей. Можно сбежать через окно, я знаю. Дайте мне, дайте камеру мне. Ну и прикольно, кстати, что здесь улицу видно. Причем ее тут очень объемно так видно. Но с пикселями. А где же звуки? Где крики и все дела? Шкала ярости такая же, как в оригинальном, когда со соседа. Та же самая здесь система. Так, в гостиную надо спрятаться. В шкафу, да. Но мы пройдем эту игру, я думаю, как-нибудь на канале всю целиком. Оригинальную, не эту. Модификацию. Не модификацию, а обычную игру пройдем. Ага. А почему эти звуки играют в реверсе? Ладно, проходить дальше не будем. Это все-таки это не прохождение этой игры. А, ну, короче, здесь это получше. Здесь плюс-минус можно поставить. Здесь хотя бы есть концепция. Какая-никакая. Что он, наверное... Что он Вуди превратил главного героя. Хоть не идеально, но все равно. Превратил. Но правда, вылетает, глючит иногда, но тем не менее. Как-нибудь эту игру нам надо пройти будет на канале оригинальную. Ну и так же, как и предыдущая, эта модификация, скорее всего, также была сделана, чтобы показать, что тоже можно моды здесь сделать. Но лучше все-таки, конечно, на оригинале соседей мод делать. Ладно, на этом все. С вас лайкус, подписывайтесь на меня, пишите видос, подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. Всем пока.